молодежь помимо компьютеров и интернета интересуют более серьезные сферы нашей жизнедеятельности. Мы рады приветствовать всех собравшихся на гала-концерте первого городского конкурса для учащихся и студентов учреждений начального и среднего профессионального образования. Профи-форум 2013. Сразу хочется зачитать обращение дирекции Всероссийской программы к вам, участникам этого конкурса. Дирекция и экспертный совет Всероссийской программы «Арт-профи-форум» приветствуют участников, гостей и организаторов регионального этапа программы в Новосибирской области. «Арт-профи-форум» – уникальная программа в сфере популяризации рабочих профессий. Программа реализуется Российским советом молодежи при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации с 2001 года. Ежегодно в программе участвуют более 50 тысяч человек, не менее чем 45 субъектов Российской Федерации. С 2008 года победители программы «Арт-профи-форум» получают премии для поддержки талантливой молодежи в рамках проекта «Образование». Программа объединяет неравнодушных людей, истинных патриотов своей профессии. И мы рады, что новосибирская молодежь стоит с нами в одном строе. Также поздравляем вас с Днем студента. Вы – настоящее и будущее нашей страны. А повышение престижа рабочих профессий – это одна из наиболее актуальных государственных задач. Именно на вас, молодых, ярких, креативных, ложится ответственность по сохранению и развитию интеллектуального потенциала России, ее культурного и духовного процветания. Желаем всем участникам, организаторам и гостям форума здоровья, благополучия, удачи и успехов! Очень рады вас приветствовать. Надеемся, что вы, выпускники этих учреждений, в дальнейшем придете работать и на наши предприятия. Хотела бы поздравить вас всех, и учащихся, и студентов, с сегодняшним праздником, Татьяниным днем, днем студента, пожелать вам удачи, успехов, хороших оценок и всего-всего-всего наилучшего. Удачи! Позвольте представить тех, кто на протяжении всего этого времени знакомился с вашими творениями и старался дать адекватную оценку. Это наше экспертное жюри. Коробко Юлия Викторовна, заместитель начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Кировского района. Аплодисменты, друзья! Организация молодежных программ и инновационных проектов комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска. Еремина Екатерина Аркадьевна, молодежный мэр города Новосибирска. Антропова Светлана Сергеевна, директор центра «Родник». Чернявская Елена Владимировна, руководитель отдела центра «Молодежный». Писарева Нина Сидоровна, директор центра культуры учащейся молодежи. Благодарю, дорогие друзья! Прошел ровно год, и сегодня с уверенностью можно заявить, что новосибирское студенчество открыто для всего нового. Учреждения среднего профессионального образования всерьез лезли в неучебную работу с учащимися. И теперь остается только надеяться на то, что эта работа не закончится ни при каких обстоятельствах. Некоторые СУЗы отличились особыми достижениями и сделали огромный вклад в судьбу будущих профессионалов. И лишним будет наведаться к этим ребятам и увидеть, как на самом деле все это происходит. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. События, которого ждали все.
Мы сможем следить именно за вашими успехами.
и независимо от того, какую профессию вы осваиваете. А, кстати, какая профессия в нашем городе считается самой популярной и престижной? Ну, это сложный вопрос. Надо провести социологические исследования и выяснить. Можно поступить иначе, просто спросить у студентов, какая работа им более лучшая. Ну, тогда не будем откладывать это в долгий ящик и объявим первых участников номинации рекламы презентации профессии. Встречайте! Новосибирский профессионально-педагогический колледж. Аплодисменты! Спасибо вам за увлекательное путешествие в мир ваших профессий. Я думаю, зрители получили массу полезной информации. Спасибо. До новых встреч.
профессиональный путь, зато можно с уверенностью сказать, что их первые шаги уже успели показать отличные результаты. И для проведения церемонии награждения по результатам конкурса Art Profi Forum 2013 на сцену приглашается редактор ток-шоу «Фактор молодежь», исполнительные продюсеры и ведущие регионального телевизионного конкурса молодых исполнителей «Музыка Лайф» на телеканале ОТС. На самом деле, говорить можно очень много, но я хочу сказать вам то, что считаю самым главным в жизни. Никогда не бойтесь меняться. Никогда не бойтесь менять что-то вокруг себя. Никогда не бойтесь менять даже, например, свою профессию. Потому что самое важное – это то, чтобы ваша работа приносила вам удовольствие. То, чтобы в вашей работе вы каждый день совершенствовались. И я очень хочу, чтобы в недалеком будущем мы снимали сюжеты, снимали телепередачи, документальные фильмы, в конце концов, именно о вас и ваших достижениях, в вашей профессиональной сфере, какую бы вы ни выбрали. Спасибо. Анастасия, мы попросим вас остаться, вручить награды лауреатам, победителям и призерам. Итак, первая номинация, которую мы будем вручать, это номинация «Видеофильм». В этой номинации третье место занял Новосибирский техникум автосервиса и дорожного хозяйства. Лауреат Тарасова Викторова, Масини Ильи, Воронова Дениса и Марусева Игоря. Аплодисменты! А где вот идут наши участники? Хлопы, хлопы, дорогие друзья! Thank you.
Приветствуем команду Новосибирского техникума общественного питания и сферы обслуживания. Прошли 4 года нашей с тобой студенческой жизни. Настала новая жизнь. Дипломы на руках, резюме разошло. Кстати, тебе кто-нибудь звонил? Мистер Анакей уже чекнул. Что думаешь? Не хочу разобраться с фундом. На фабрику полуфабрикатов требуется повар. Ну знаешь, после посещения всех лекций, семинаров, практик наших с тобой, хочется чего-то большего, с размахом. Ты меня понимаешь? Да, понимаю. Сама того же хочу. Но это, наверное, только по блату бывает. А у нас с тобой мама сельская учительница, а папа тут теннис. Нет, царь, мы не курим, не пьем и спортом занимаемся.
Все, решено. Завтра у нас пятница, завтра мы свадьбу и сыграем. Только идите сюда скорее. Вот тебе жена красавица. А тебе, доченька, муж хороший. Живите дружно и во всем отца радуйте. А завтра 3 этажа под производство освободим. Царская трапеза. Ух, как звучит! Thank you.
Еще с детства нас интересовал вопрос. С чего начинается радио? И чтобы дать точный ответ, мы пришли учиться в радиотехнический колледж. И при этом выбрали интересную специальность – радиоаппаратостроение. Эксплуатация транспортного электронного оборудования.
Советского колледжа донесли до зрителей жюри свои чувства. Thank you.
я скажу, тебе дорогу подскажу. Дом 14 Титова, иди в НПФ, там будет клево. Я студент, подожди, туда учиться не ходили. Но то будешь много знать, будешь сильно уставать. Профессию потом получишь, отдохни пока получше. А ну какыш, отдохыш, ты что такое говоришь? НПФ ведь колледж лучший, жить и работать учит. Но это надо посмотреть, что она будет там уметь. А сейчас давайте полетим в НПЭК и вместе поглядим, как там живет честной народ, зачем студент туда идет. Перенеслись они в НПЭК, где каждый умный человек приходит знания получать, профессии овладевать. Ты, студент, не торопись, к урокам лучше присмотрись. Например, смотрю вот-вот, на физкультуре бух учет. Здравствуйте, товарищи бухгалтера! Здравствуйте! Проведем утреннюю разминку. Руки на пояс, ноги на ширине зарплаты. Не, вы что, официальная зарплата. Так, разминаем пальчики. Стрижем капусту, уклоняемся от налогов. Стрижем капусту, уклоняемся от налогов. Да мы приносим как миллиончик 3-4. Закончили упражнение. Кто в мозгу на повышение? Не слышу, кто мозгу на повышение? Я мозгу на повышение! Закончили. Теперь восстановим дыхание. Пришла налоговая, ушла налоговая. Пришла налоговая, ушла налоговая. А теперь перейдем к водным процедурам. Бухгалтера, это решила. А нет, студентка, ты подожди. Автоматизатор, техник, вот, пойдешь работать на завод. Ну что попало, говоришь, где зарплата, где престиж? Да там все лучше год от года. Послушай работника завода. Отдохни еще. Я решила раз и навек, буду я студенткой.
еще определюсь. Но в УПЭК уж точно поступлю. Thank you.
Мне нравится то чувство, когда они, проходя мимо столовой, останавливаются в надежде понять, что же именно ждет их сегодня на обед. Это здорово. Когда ты понимаешь, что плоды твоей работы по-настоящему дают людям силы. Просто я никогда не могу сидеть на месте. Это нормально для пацана, который мечтает познать мир. Но это не важно. У меня все хорошо. Я устроился работать именно на то место, о котором мечтал. Туристический автобус. Вот мой второй дом. Каждый день, садясь за баранку, я ощущаю себя капитаном дальнего плавания, который отправляется в удивительное путешествие. Изучая все неизведанное. По дороге в Кемерово. С каждой поездкой я узнавал что-то новое. И вот однажды я решил делиться своим. Я простой водитель, у меня есть преимущество. Я даю людям движение. Работающий с людьми, которым нужна моя забота и поддержка. Я просто делаю то, что от меня требуется, и делаю это так, как меня учили. Мои педагоги – мастера своего дела. Благодаря им я познала множество секретов профессии медсестры. И теперь я готова всегда, пускай даже к самым тяжелым случаям. Некоторые даже после выздоровления приносят мне цветы или конфеты. Нет, ничего плохого не подумайте. Это просто знак благодарности за доброе отношение к пациентам. Родные мои, я прошу вас, берегите себя и знайте, даже если к вам пришла самая тяжелая болезнь, всегда можете рассчитывать на мою помощь, потому что за все эти годы, проведенные в моей любимой больнице, я получила неоценимый опыт и необходимые знания для того, чтобы дарить людям жизнь. Настоящую радость от того, что эти люди есть, что они, возможно, сейчас сидят на соседнем кресле, рядом с тобой. И именно от них зависит безопасность и качество нашей жизни. Спасибо вам за ваш труд. И следующая вам презентации от Новосибирского технологического техникума. Аплодисменты. Работают в спортивной секции, кружки по интересам. Проводятся смотры, кто
нас вы можете получить не только образование, но и самореализовать себя как личность. И шаг назад! Не стоять на месте, а только вперед и двигаться все вместе! Раз, два, три, четыре! Человеку иметь одну рабочую специальность. А, вот здесь прозвучали разные регалии, редактор, журналист и так далее. И я вам сейчас признаю, что у меня есть одна рабочая специальность. Я штукатур-маляр. Да. Вот, поэтому я бы всем советовала поступать в среднее специальное учебное заведение, получать нормальную, хорошую рабочую специальность. А мы, журналисты, потом про вас будем писать в наших газетах. Кстати, газету «Молодая Кировка» обязательно возьмите к себе домой. В выходных данных есть телефоны и адреса, по которым вы сами можете рассказать о своих профессиях, о себе, о каких-то интересных событиях, которые происходят у вас в учебном заведении. Мы всегда рады сотрудничеству. На сцену приглашается Новосибирский профессиональный лицей номер 51, Первомайский район. Аплодисменты! Новосибирский профессионально-педагогический колледж, Кировский район. Новосибирский профессионально-педагогический колледж, есть ребята у нас кто-нибудь? Ладно.
творческих личностей, которые готовы поделиться своим талантом со всеми. И сегодня мы вводим одну замечательную традицию. Во время ожидания решений жюри мы предоставляем эту сцену для выступления творческих ребят из какого-нибудь учебного заведения, принимающего участие в арт-профи-форуме. В этом году выбор пал на учеников Новосибирского профессионального экономического колледжа. И именно они сейчас продемонстрируют свой оригинальный подход к студенческому творчеству. Встречайте их бурными аплодисментами! Oh,
Сергеевна Заикина. Аплодисменты! Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Итак, у нас апофеоз. Все принимающие участие в замечательном конкурсе творческом агитбригад, да, реклама презентации профессий, вы фактически все уже являетесь победителем. Вы победили свою лень, вы победили нехватку времени во время учебного процесса, вы победили страх сцены, вспомните, как вы на репетициях первый раз выходили и боялись. Но есть лучшие среди лучших. Вы все лучшие. Итак, барабанная дробь. Да, барабанная дробь. Номинации реклама презентации профессии. Третье место. Thank you.
Прощай, мир бездушный, я, и что мне все.